Самые творческие люди с активной гражданской позицией проживают в Алматы, уверены депутаты Мажилиса парламента. По словам народных избранников, именно в этом городе заражались независимость, подписывались первые важные документы. В день города мажилисмены поздравили алматинцев и пообещали поддержать инициативы горожан. Поздравляю в этот день всех жителей, всех гостей нашего любимого города. Хотел бы пожелать, чтобы наш город всегда оставался лидером во всем. В интеллектуальной жизни, в экономической жизни, чтобы мы показывали новые стандарты, которые соответствуют новому Казахстану. Я понимаю, что самые активные граждане Республики Казахстан, а также с четко выраженной гражданской позицией живут в городе Алматы. Мы всегда будем поддерживать любую инициативу со стороны наших горожан. Сохранить особый дух Алматы и городской патриотизм призывает депутат Павел Казанцев. Мажилисмен отмечает, что в этом городе у него много друзей. И он нередко поднимается в горы, чтобы насладиться пейзажами и зарядиться позитивом. Алмата – особая аура. И не только благодаря горам, не только благодаря какой-то там, ну, скажем так, географии, да? А именно дух Алматы, который только создают только горожане. Сейчас он с ростом города, может быть, чуть-чуть где-то вот видоизменяется, но это дух творчества, это дух такого креатива, это дух зашкального такого патриотизма, городского патриотизма.